Это место на Корабельной набережной можно смело считать самым началом Владивостока. Именно здесь 2 июля 1860 года свой якорь бросил военный транспорт «Манджур» под командованием прапорщика Комарова. На берег высадилась рота солдат с необходимым запасом продовольствия, одежды и боеприпасов. А сегодня на этом месте стоит памятный знак – «Стелла». Так, 154 года назад на карте появился наш город. С тех пор 2 июля официально считается днем рождения Владивостока. Поэтому именно сегодня город решил почтить память тех, кто стоял у его основания. Генерал-губернатор Восточной Сибири граф Муравьев-Амурский считается одним из основателей Владивостока. Именно он дал городу современное название и основал здесь военный пост. Возложить венок на могилу графа сегодня приехал глава города. Почти в память генерал-губернатора Игорь Пушкарев возложил цветы к памятнику первого главы Владивостока Якова Семенова. А далее делегация отправилась в путешествие по акватории Золотого Рога, чтобы спустить венки на воду и почтить память погибших моряков. Я желаю всем вам, всем нашим горожанам, конечно, здоровья, счастья, процветания. Мы новые высоты ставим, будем их брать, чтобы город также динамично развивался, рос и становился комфортным. В день рождения города не забыли и о героях нашего времени. На сцене театра, оперы и балета благодарность выражали педагогам, аптекарям, военным и медсестрам, людям, которые каждый день работают на благо Владивостока. Уважаемый Игорь Сергеевич, дорогие гости, мы безмерно счастливы. И поистине чувствуем себя олимпийскими чемпионами. Вы верите мне? Помимо речей официальных, со сцены звучали речи чувственные. Губернатор края на слова не поскупился. Я хочу признаться в любви, городу воинской славы, городу сопок и море, городу туманов и морских призраков, городу яркого солнца и красивых женщин. С днем рождения Владивосток поздравляют уже сегодня, но основные праздничные мероприятия горожане увидят в эту субботу, 5 июля. Поздравляем любимый город, желаем счастья, красоты, процветания всего, прекрасных людей, прекрасных возможностей, хорошей погоды, вот, всего солнца и хорошего настроения. Мне бы хотелось бы от имени общественной организации детей войны, всех ветеранов города Владивостока поздравить жителей с нашим прекрасным праздником, это 145-й годовщины города Владивостока. Пусть он живет, процветает, и чтобы людям было добро. С днем рождения, Владивосток! С днем рождения, любимый город! Ура! Инна Щедрова, Александр Бартовщук. Новости на восьмом.